Самолетик? А какой? Тот, что ли, который да. очень... Большой. А, это тот, который очень могучий, очень топовый, да? Я, если честно, его только видел. А? Я, если честно, только его видел. Я о твоих постройках помню только из-за того, что у него там что-то внутри крутится. Мне бы его доделать, я мог легко попасть в холл. Ну, Hall of Fame. У меня что-то так лень. В нем осталось сделать только кабину, скажу. И все. А чё, лень? Hall of Fame это вроде бы мало, там надо попасть еще этот... Постройки недели, чтобы... И так надо... Это с таким самолетом тоже не сложно. Ну, Джентл Хоппер мне сказал, что надо сначала попасть туда 4 раза. Сначала вроде в Хоп надо попасть, потом неделю постройки, потому что уже получаешь эту... Нет, он сказал мне 4 раза надо туда попасть. Вроде бы. Да, Время. Для топ-билдера, да, надо 4 раза. Мастер-билдера, да? Ну, мастер-билдера. А, для топ-билдера тебе надо 5 раз. Самое прикольное, что есть в этом самолете. Да, это и самое то, что я запомню, из-за чего я хочу только обзор твоих построек снимать, из-за чего мне... как я вспоминаю тебя из-за этого. Вот смотри, внутрь залазим, тут вот двигатель полностью сделан. О, ну тут очень красиво. И вот сейчас, ладно, если бы оно просто так стояло, это уже было бы очень круто. Но оно даже там крутится. Еще двигается, сейчас я вырублю. А, можно этот... меня в фарш превратить, пожалуйста. Вылезти. И потом шаурму сварить. Давай. О, да подожди, я вылезти не могу. Давай нас двоих на шаурму пустим. В одном двигателе вроде 2000 не блоков, а деталей. Ой. А тут, мне кажется, в одном блоке 1 000 000 блоков. Ну, это еще даже мало детализировано. Внутри тут можно еще шестеренки добавить, чтобы вообще красиво было. О, меня режут, фарш делают. Не, из меня фарш не надо делать, ничего. А свой. Я не могу вылезти из этой фаршерезки. А, нет, почему? Фух, я вылез, и машина остановилась. Еще прикольно, что в шасси работают. Где? А, ну давай сейчас смотреть самолет, а то я тут в одном пропеллере сижу. Хорошо, так. Так, смотришь на шасси? Стоп, сейчас. А, тут дверь закрылась, ладно. Смотрю. Так, смотри. Я сейчас нажму. Нажал. Все, смотри. А что, ничего не происходит? А, типа на таймерах? Оно сначала открылось, потом шасси вот так раздвинулись и заехали туда. И все это на автоматике. Mm-hmm. Открой дверь. Ну, дверь открой. Так там на кнопочке есть кнопка. А почему в кабине ничего нету? Розовые блоки только. А, это разметочки. А может, все-таки откроешь шасси? Смотри, вот сейчас рычаг нажимаешь, и вот. Сейчас вот открывается дверь. Дверь открывается. Выходим. Так. Летаем? Стоп. Да, шасси как открыть? Ой, тут шасси залагало. Хотя я думаю, мы сейчас убьем. Ой. Да, вот почему роботам не доверяют столь важные дела. Потому что у них там шасси вывернулось. Пошли. Открыть их можно, шасси? Мы уже все открыли. Всё. Открыли? Почему там одно вот так? Ну ладно. Ладно. Блин, вот сейчас у меня реально зависло. Бедные люди, кто на сервере, у них вообще-то как лагает. У них-то вообще еще слабее. Это я еще не доделал. Что не доделал? Подожди, я закрою. Закрой дверь. Идем. Ну, самолет очень имбовый и очень могучий. Сейчас лагать будет, посмотрите шоу-ухо. Бедные люди, они наверное, скоро откажутся от этого приватного сервера, если тут такие самолеты будут разгуливать. Уйди! Сел? Садись. Не-не, садись сзади. Просто интересно, что у них происходит. Как бы у них компьютеры не сломались. Они пишут это, лагает, что там ухо, смотрите. Значит, не у меня, ну ладно. Но у меня не лагает вроде. Ну, у меня 15 FPS, 10 FPS. Но у меня лагает иногда. Тут самая сложная так часть нормально. Была был нос и хвост, ну и крылья. Ну, нос тут очень красивый. И тут не просто тупо сферу надо было делать, тут ее еще как-то искажать надо было. Угу, сферу каждый сможет. Мне интересно, что в чате это пишут. Да ничего вроде. Это мы нам, спасибо, да. Писать. Пошли на металл сдать. Они там целую историю пишут. Они говорят, ну мы же... Ой, крутят, выруби быструю загрузку. Вырубаю. Сейчас. Да у меня само висит, я не могу ее вырубить. Сейчас. Они пишут, это нам, спасибо, сдадим на металлолом. Ага, только когда. А, ладно. Я моменталку выключу, да? Да. А что еще может самолет? У него, получается, додвигается шасси с помощью роботских технологий. Да. Ау. Можно и ручную, но... Меня получается ломается. Не купали. А что тут еще двери как закрывать-то? Я сам-то не знаю. На кнопочку. Где? На невидимую. Ай, вот там. Сейчас у меня FPS очень маленький. Где FPS, мой? Ну, тут очень много детализации. Блин, тут вот этот один самолет, как целый город ихний. Но в этом самолете, сейчас скажу, сколько блоков. Ой. В этом самолете 15 000 блоков. О, давай сервер крашнем, я знаю как. Не надо, подожди.
Нет, ну давай вот это на базу прилетим, ты его выделишь этим новым инструментом, ну то есть спателем, и потом его переместишь наверх. Не хочется. Ну давай, пожалуйста. Охота увидеть, что произойдет. Ладно. Сейчас еще моментальную загрузку включу, чтобы там вообще жестко будет. Только надо ровно приземлиться. Угу. То не получится. Или давай хотя бы пол самолета. Тоже нормально. Да хоть один пропеллер уже много. Да. Ну давай то, что там есть сейчас в зоне. Все вроде. Перемещаешь? Не получается. Подожди еще раз. Давай. Бедные наши компьютеры. Мне просто интересно, что они будут в чате писать, когда у них опустит это до 0.1 FPS. Вообще это надо было... Не, давай лучше это взорвем. Стоп, что? Давай лучше все это взорвем, говорю. А, давай, задетонируй. У тебя сколько динамита? Много. Сколько? Достаточно для такого. У меня 25. Сейчас я рычаги все уберу, чтобы они нам не мешали. Ну, я не смогу ничего задетонировать. А ты PvP-то включи. Нет, ты сможешь. В смысле? Почему? Ну, просто у меня настолько лагает. Может, дверь мне выломать? Так, сейчас, подожди. Она без открывателя. Теперь я никогда не вылежу. Не вылезу. Не вылезу. А, да. Нет, я превращусь в сурму. Открой, пожалуйста. Все, выломал. Как это? У меня до сих пор нет. Ты другую дверь сейчас. Я что-то не понял, куда мне идти? Или это у меня зависло? Я хожу на месте или куда-то иду? Вроде все, выломал. У меня просто теперь задержки всё, даже. Начинаю взрывать. Стой, ты уже задетонировал? Тут... Пока не взрывай. Да. У меня все с задержкой, так что давай помедленнее делать. Ой, я уже начал. Не, ну ты не взрывай пока, просто ставь. Пропеллеры я заминирую. Ну, у них прям очень много блоков, потому что... Побольше. Каша была. Так, я задетонировал, сколько у меня было динамита. Все, у меня ноль. Ты тут? Да, я тут. Давай одновременно нажмем. Так, что-то у меня не взрывается. Ай, зачем ты взорвал? Ты уже взорвал, что ли? О, это не мой динамит же. Нет? Я не нажимал на кнопку. Ах, мы делаем мусор настоящий. Ой-ой-ой. Я знаю, как надо его взрывать. Поставить кресло водителя, к которому все будет привязываться, и потом ставить динамит. Я так и делаю. Как победил? Вылетел? Подожди, сейчас опять поставим. Не выходи из Роблокса, главное. Тут настолько виснет, что у меня даже не привязывается ничего. У меня не отображаются блоки, что они блоки. Блин, я свой динамит не могу взорвать. Ой-ой-ой. Вот что-то у нас как-то не по плану пошло. По плану. Что с самолетом творится? Что с ним? Блин, вот это вообще, если так один самолет взорвался, что будет, если твой танк взорвать? Давай, больше месива. Так, ну вот. Я хочу шасси взорвать, у них очень много блоков. Взрывай. Тут они круглые, кстати. Вот я про это и говорю. Ой, я летающую деталь поймал динамитом. Ой, готов к взрыву своего самолета личного? А он не взрывается что-то. Блин, мы целую галактику засорим этим мусором. Ай, меня опять убило. Убило? Угу. Что с тобой творится? Там от ракеты отвалились детальки даже. Мы создаем мусор, мы засоряем всю землю. Мы не оставим тут ничего. Бедные люди, которые на сервере. Бедные люди, кто на сервере, и правда. Они даже в чате, наверное, не пожаловаться не могут. Очень много деталек разлетается. Похоже на краш сервера. Ну, бывают же такие. Ну, вроде. У которых 500 миллионов блоков. Ну, там 50. Крылья вроде не убиваем. Да, но тут мы просто взрываем, а что-то к небу привязалось. У меня настолько лагает, что мне даже с задержкой привязывается. Ну ладно. Я не могу взорвать шасси, у меня удаляется динамит. О, там круче куча-то все привязалось, пойду взорву. Взорви. Ой. Я не могу шасси взорвать. И опять убил. Мне кажется, у меня есть что-то другое. О, шасси взрывается, смотри. Шасси. Бедные шасси. Наверное, бедные люди на сервере. Тут летающие блоки уже. Тоже можно паркурить. Сейчас пожарная. Так. Я улетел и умер. О, я думал, сейчас пойду и буду прыгать по этим летающим блокам, паркурить. Все, я иду. Я думаю, вот, просто... все уже. Тут конвейеры. Тут уже летают. Не удаляй. Если ты удалишь, то у нас крашнется Roblox. И сейчас у меня есть еще одна идея, что можно с этим сделать. С этим так, что? Все, следующий поступок. Нет. Ты что? Мы только начали крашить. У меня есть такая идея. О, ты шасси взорвал. Да, я шасси смог взорвать все-таки. Ай-яй-яй. Все эти блоки стали конвейерами, если честно, некоторые. О, я на летающем блоке, который перемещается. О, я на летающей плите, которая перемещается. Я кого-то в замедленной съемке могу перемещаться тут везде. Ага. Некоторые блоки ведут себя агрессивно.
Я хочу по этой плите покататься. Не, очень мощно. А что это там сверху какой-то динамит остался? А, это мой, почему-то мой не взрывается. Ой, давай я еще взорву немного. Давай. А потом будет грандиозный план, который я придумал. Шасси? Сейчас взорву. Можешь это, как это называется? Взять сейчас я это взорву. Помнишь. Бедный сервер. Бери шпатель, пожалуйста. Ой, бедный зачем? Сервер. Харе. Мне интересно, я смогу потом на випку заходить после этого? Ладно. На випку, да. Ну, я когда у американцев на серверах, у нас такое часто случается, у нас там пожестче бывает. А что, у вас отдельный чат, что ли? Ну, не чат. Иногда играю с американцами, реально весело уже. А, ну да. Я думаю, что хватит. Ой-ой-ой. Мой динамит привязался наконец-то. Так, можешь взять шпатель и переместить вот этот весь мусор наверх? Чуть-чуть. Просто есть один забавный баг, когда вот такое количество мусора. Ну как баг? Он очень медленно будет падать. Красиво. Я не знаю. Ну короче, много мусора было. Короче, может, я думаю, все, мы нам больше ничего не надо взорвать. Да, все, хватит. Тут уже ничего не осталось. Это, может, сейчас удалим это? Будет. Сейчас еще будет этот самолет. Стой, там что-то в чате написали очень много. Оно... Ой, это что за медленная съемка? Ой, это мой динамит.